смотри, там какие-то ракурсы красивые. Можешь ходить там во время разговора. Все, 3, 2, 1. Всем привет, это свое авто. Как у вас дела? У нас прекрасно. BMW работает, как видите. В прошлой серии вы видели, что наконец она запустилась. Но она стоит перед чем? Перед открытым гаражом. Это значит, что случилось? Мы вам расскажем чуть позже. Ну да, она заезжает на ремонт. Как вы видели, машинку мы помыли, сполоснули. И потом, куда мы поехали? Конечно, кататься. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervous. В общем, мы ее отмыли, покатались по городу хорошенечко. Выехали за город, по трассе хорошо прокатились. Приехали на свою локацию, где мы что будем делать? Ремонтировать. А почему? Потому что произошло то, чего так долго ждали. Сломалось сцепление. Короче, была вибрация, было подозрение у нас на двухмассовый наш маховик. Не до конца были уверены. Поэтому мы катнули нормально. И что сделали? Стали на ровную местность, там, где можно нам было проверить. 5000 на тахометре, бросаем сцепление. И у нас просто завоняло дико сцепление. У нас сгорел диск. Это значит, что у нас закончился двухмассовый, у нас закончился диск сцепления. Все, проблема сама себя показала. Я, кстати, долго этого ждал, уже ждал, когда оно уже накроется. Ну вот, наконец-то оно накрылось. Поэтому сейчас мы будем снимать карабас, снимать кардан, снимать выхлоп. Честно говоря, никогда так не был рад, что машина поломается. Ну, не в данной ситуации, потому что она меня уже замучила. Она дергалась, вибрация, я все ждал. Ну, менять все вообще не хотелось, потому что это можно было решить и на кардан, и куча шрусов, все. Ну, колеса там, ну, но причина показала себя. Как говорил мой хороший знакомый суборист, надо просто было выехать и нормально нас... Кстати, перед этим я слушал, я думал, что у меня тарахтит ванус, но нет. Берем динамичек наш, опускаем. Слышно? Очень слышно, что у нас тарахтит именно двухмассовый маховик, а не. Хотя вибрации от него практически нету. Есть небольшое потрехивание машины, но вибраций нету. Есть? Залезу в яму? Отлично. А кто говорил, что с BMW будет скучно? Нетушки, с BMW вы скучать не будете. Все, поехали разбирать. Итак, начинаем снимать карабас. Прошаренные чуваки говорят, что карабас на BMW можно скинуть за 2 часа. Мы проверим, за сколько мы скинем карабас. Время пошло. Короче, одной рукой держи заглушитель, другой рукой приподними заглушитель. Все, пускай. Банда. И теперь открой вторую половинку и выносим на улицу. Так, друзья, ну как видите, мы переместились уже вниз, скинули глушитель, сейчас скидываем наш кардан. Кардан откручивается там, штук 5 болтов, здесь у нас 3 болта,
И вот на подвесном тоже два болта. Отдай за тебя на 14, на 15. Дякую. Отдай, пожалуйста, на 14. Головку. Головку забыл сказать на 14. А, мне маленькую надо, про маленькую трещинку. Не помню. Вот так, да, потом надо. Вот тут. Вот это провичковать. Не сильно не тяни, потому что да, вот туда его надо чуть вниз и туда. А вот у нас идут две шланги. Угадайте, что это за штука. Точнее, не угадайте, а я расскажу вам, что это за штуки. А где шланги? Вот, поближе подойди. Раз. Вот одна. Вот вторая. Видно? Ага. Это получается в салоне специальная, как вам сказать, корыца для слива антифриза. Если потек радиатор, там специальная такая ванночка и две вот этих трубочки, которые антифриз не потечет в салон. Он просто будет по трубочкам стекать вниз и вытекать на улицу. Хоп, хоп, хоп. Все, скидываем кардан теперь. Раз, два. Так, а теперь надо тебе вот там помочь мне. Вот так, немцы сделали нормальную штуку. Специальные отверстия, за которые ты вставляешь отверточку и выковыриваешь кардан. Все. Специальное отверстие. И анаконда наша вылетает. Все. Погнали. Есть пельмени. Пушка. Там все красиво? Все офигенно. Тушим свет. Полчаса. Идем хавать пельмени. Все, поехали. Сильно не хватаю, так чуть-чуть. Сунул. Я чувствую, что она пошла. Готов? Бля, ты чувствуешь, что где-то болт не выключен. Ну, звук какой-то, да, есть подозрительный. Все, пошла? Пошла? Нет. Да подожди, тут не видно, ни хрена вообще. Давай, ну, блядь, фонарик, свети. Конечно. Короче, остался один последний болт, он в самом-самом верху, его очень, реально, короче, больше времени потрачу на верхний болт, чем на все остальные. Ну, все снизу, понятно, там быстренько открутили, все четко, а сверху придется помучиться. Хватит отдыхать, время, время. Да, снимай, снимай, да. Тише, тише, тише. Вверх, вниз шатай. И тянет. Есть. Есть. Отлично. Теперь. Держу. Что скажешь? Все, еще раз приподнимаем. Можем на пол. И опускаю. Слышишь запашок? Да.
Короче, вот это смотри. Ну, в принципе, люфт еще и небольшой. Надо снимать. Сач. Ну, тут все ровненько. Хорошая фирма. Выработки нету. Ну, смотри, я думаю, видишь, какой он свеженький. Хотя. Ну да, вот это на пружинах она люфтит. Но это он и должен быть, но не так много, конечно. В общем, снимаем и будем дефектовать. А что тут дальше? Отдать. Он воняет, какой он черный, как оно горело. Что у нас тут, корзинка? Ничего так, диску жопа, он сгорел. И ой-ой-ой, что это у меня подшипник выпал? Возможно, это когда вытягивали с этим. А ну покажи. Нормально? Смазанный. А ну дай, первичка. Ну там должен быть. Вот этот люфт. Вот люфт он на пружинах. Пока неизвестно, сейчас разберем. Ну вроде он в отличном состоянии. Есть люфт, но там надо посчитать по зубьям. Он, наверное, в допусках еще. Видно, что сцепление горело. Сальный коленвал нам надо поменять. И подвесной подшипник нам нужно поменять. Все. На сегодня все. Сил на маховик у меня не хватило. Завтра продолжим.